Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Jack S5, 2019 год, серый цвет, бензиновый двигатель объемом 2 литра, 136 лошадиных сил, механическая коробка передач, передний привод, литые диски, хорошая резина, пробег 76 тысяч километров, имеются рейлинги на крыше, хромированные вставки, повторители в зеркалах. По салону у нас ухоженный темный салон, не прокурены вставки под дерево. Климат-контроль, кондиционер, мультимедиа, мультируль, круиз-контроль, голос. Электрорегулировка зеркал. Пройдемся по ЛКП данного автомобиля. Девяносто три, сто пять, девяносто пять, девяносто пять, восемьдесят девять, девяносто восемь, девяносто восемь, сто два, девяносто два, восемьдесят пять, сто шесть.